шуба ходячая. Эй, ты, Рыжуля, или как тебя назвать, я не знаю. На меня посмотри, что меня игноришь. Так, ладно, иди сюда. Да подойди ты сюда. Ёханый бабай, как вас сложно уговаривать. Так, давай за мной, давай за мной. Сейчас лодку заберу, давай за мной. Пошли, 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 пошли. Опять какую, опять каку какую-то нашла. Да. Ты улететь хочешь или что, я не могу понять. Выкинь каку, ты мой поводок староты взяла. Ты посмотри, какая мамкина, папкина охотница. А ну давай вот эту куропатку зарешай. А ну давай, опаля, давай еще раз, давай. Прыгни, 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 давай, давай, давай. Папина кормилица, я даже ничего не делаю, она всех куропаток просто рубит. Давай, 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 пошли, в следующий раз я тебя буду выгуливать. На самом деле у нас не так много времени, как хотелось бы. Мне ее еще надо отвезти домой. Я-то пообещал на предыдущем стриме, который вчера был, то, что мне нужно сделать Кате подарок, но... Ядрить, колотить, да ты, может, не будешь с поводка слезать! И... подойди сюда. Все, давай за мной. Я-то пообещал, то, что сделаю Кате подарок, но не все так просто, как ты думаешь. Подарок я делаю не просто так, а, можно даже сказать, в своих же выгодных целях. Катя увидит мой подарок, обрадуется, а потом разрешит мне же, то есть себе же самому сделать подарок, который я уже мечтаю сделать примерно как серии 20-30, да практически самой первой серии выживания, но она нам не разрешает она мне его сделать, поэтому мы ее сейчас так немножко задобрим вот этой маленькой лисичкой, которую я увел у ее родителей. Я просто родителям заплатил вот этими ягодами, и они сказали то, что как бы уводи, уводи, ничего страшного, мы ее отпускаем. Я, кстати, сделал клетку до вот этого пернатого жопошника. Ну ты до сих пор никак заткнуться не можешь, да? Ладно, пошли, пошли. Маруся, пошли. Слушайте, может реально ее назвать Маруся? Неплохое имя. Давай, иди сюда, Маруся, иди сюда. Давай, залезай. Давай, сюда, сюда. Угу, давай, залезай, залезай. И вот в буточку, вот сюда. Давай, внутрь, внутрь, внутрь. Вот, примерно как-то вот так. Ты внутри? Нет, не внутри. Ага. 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 Ну все, ты там сиди, сиди. А сейчас, сейчас твоя будущая хозяйка придет. И что-то с тобой сделает, я не знаю. А нам с тобой, Чебурак, остается только ждать, когда придет наша знаменитая Катя Крафт. Вот тут согласен, да. Согласен. Тушки, здравствуйте. Ой-ой-ой. Как обычно. Как делишки, вонючие трусишки. Я что-то лишнее сказала. Ближе, она хотела сказать, как делишки, ребятишки, но как обычно всегда все перепутала. Ближе к сути, ближе к делу. Я хотела бы извиниться за предыдущий инцидент, так скажем. Пойдем со мной, пойдем. Эй! Смотри, я приготовила 3 торта, потому что в прошлый раз я сломала их. Вот. Сейчас их можно скушать. И не только тебе, и всем вам. Всем вам тоже можно скушать. То есть ты решила извиниться перед всеми подписчиками, получается, да? Да, я больше ломать их не буду. Подожди, я же в предыдущей серии учил ее делать торт. Вот! А она подумала, что торт нужно кушать левой кнопкой вот этой мышки, сделала вот так. И торт сломался. Вот. Ну, типа, это я просто продемонстрировал. Ты сломал торт! Я просто показал, что ты сделала в предыдущей серии. А надо было его кушать вот так. Правой кнопкой, понимаешь? Поэтому подписчики, угощайтесь прямо сейчас. Но перед последний этим... Последний торт остался, последний. Последний торт. Но перед тем, как вы сможете попробовать этот торт, надо обязательно что, Катя, сделать? Подписаться на канал. Да-да. Скоро Новый год, вот она Новый год, естественно, надо делать много подарков, поэтому давайте до Нового года мы с вами добьем, ну давайте сколько, ну давай 4 700 000, сможем? Да вообще без проблем, мне кажется. Ну, если ты, конечно, очень сильно хорошо постараешься, за одну подписку кусочек торта. Опа. Опа, кстати, да, я-то... Подождите, перед тем, как сделать подарок небольшой... да, я тебе забыл рассказать, подойди сюда.
Я-то почему? Тут... Почему твой попугай в домике в каком-то, а мои два близняшки нет? Потому что это не домик, это клетка, это тюрьма, понимаешь? Просто у нас была такая проблема, то что он научился разговаривать вот это, хотя жопа. Попугай же вот это разговаривает. Я не знаю, откуда он научился, но до начала серии он такой: «Катя жопа! Катя жопа!» Я не знаю, кто его научил, но вот из-за вот этих матов, которые он научился делать, я его посадил сюда в клетку. Скажи: «Катя жопа». Катя жопа. Жопа. Ладно, скажи: «Катя пипука». Не курлык! А пипука, скажи, Катя, жопа! Да ты начнешь разговаривать в этой жизни или нет? Я вообще не знаю, кто его научил разговаривать. Ну ладно, пускай тут сидит, пускай научится хорошим манерам. Вот, пошли. У меня почему-то такое ощущение, что это ты его научил. За кого ты меня считаешь? Ой, ладно, а вот расскажи мне, вот это что такое? Откуда здесь это взялось? А вот это, а я здесь сделал такой небольшой подъемчик на гору. Здесь у нас будет огромная клетка для всех попугаев. То есть до следующей серии я построю им здесь отдельный дом, чтобы они у нас вот там не сидели, не курлыкали, не мяукали, не гавкали, не вот это, не цокотали, не зомбили, не утопленничали. Ну, короче, всё, хватит, да. Нифига себе у них здесь дом будет. Я думала, ты сейчас поднимешься, скажешь, у нас здесь с тобой будет личный джакузи. Кстати, подожди, а может реально в задницу этих попугаев? Может мы реально с Катей здесь сделаем джакузи и зону отдыха? Понятно. Так, идеи всё приходят потом, да? Да. Сначала для попугаев, а потом уже о себе думаем, понятно. Все, давай иди сюда. Только Кать, подожди, стой здесь. Стой передо мной, я сказал. Перед тем, как мы поднимемся туда наверх, я сделаю тебе небольшой подарок. Меня уже заколебали просто, честно. Учитывая то, что мы читаем все комменты, которые вы оставляете под каждой серией. Мы читаем все комменты. Мы читаем все комменты, и что-то там не было никаких комментов по поводу подарков, если что. Подарок должен быть сюрпризом, а сюрприз должен быть подарком. Народная мудрость. Вот. Но! Нет! Ты где? Я здесь. Вот. Говорили миллиард тысяч раз то, что если поставить рычаг под башку, то башка начнет разговаривать. Прикольно. А редстоуновский блок еще надо, чтобы она шевелилась. Нет, в принципе, ее как-то надо активировать. Я ее активировал с помощью рычага. Неважно, чем ее активировать. Редстоуновским блоком или чем-то другим. Вот. А сейчас только ничего не делай. Если ты тыкнешь куда-то правой кнопкой, то мы с тобой, я не знаю, что мы делаем. Иди сюда. Это бан моментально. Это был подарок? Это был подарок? Нет, подарок здесь наверху. Сюда. Ничего не делай! Ничего. Когда я скажу что-то делать, тогда ты сделаешь. Ничего не... Передо мной просто стань. А, на прошлом стриме это подписчики меня уговорили, ну точнее я им подкинул идею, они меня уговорили, чтобы я сделал тебе этот подарок. Поэтому, Кать, все, что находится здесь, спрячься! Внутрь залезь! Все, насчет три... Я там что-то шевелится, я видела! На счет три можешь идти и открывать. Все, с этого момента оно твое. Я вижу! Это лисичка! Маленькая! А куда она же сейчас убежит? Я ее привязал вот сюда, она никуда не убежит. Вот она. Привязал? Ну, в смысле, чтобы она как раз-таки не убежала куда-то там в ад или не утонула в океане. Вот она, на поводке, не видишь? Нет, если честно, не вижу. Так, ладно, поводок я... Стой! Нет! Ты поймал ее? Все, она дома. Давай домой. Давай уберем.
уберем ад, этот он не нужен нам больше. Да, подожди, потом уберем. Подожди, тихо. Тихо, ты где? Пипец. Где она? Где? Я ее слышу. Стой. Не шевелись, стой на месте. Стой на месте. Иди сюда. В океан не надо прыгать, мы тебя сейчас ловим. Подойди сюда, я тебя покормлю. Иди сюда, иди, дорогуша, подойди сюда. Дуримонда, ты сейчас утонешь. Все, иди сюда. Помоги ей, пожалуйста, она же маленькая, еще. Да, все, все, внутрь, давай сюда. Иди сюда, внутрь. Господи. Ничего по-человечески не бывает. Ну ничего, даже подарка. А я-то тут при чем, если она сама начала убегать? Подожди, да я куда-то вот сюда пришмандолю ее, чтобы она... Все, она вот сейчас никуда не убежит. Вот на наковальне будет сидеть и все. Она вырастет? Да, она вырастет. А есть ягодки у тебя? Ягодки держи, есть, держи, да, ягодки? Держи. Пипец, давай. И зачем ты ребенка у матери забрал? Начнем. А матерь сама его отпустила, вот. Я ей заплатил, просто немножко ягод подкинул, и она сама заплатила. Нет, не вздумай в окно выпрыгивать! Чё ж вы так любите все в окно выпрыгивать? Стой на месте! Ты бешеная какая-то. Так, назову её... Я вот предложил подписчикам в начале серии назвать ее Маруся. Ну, у нас есть Маргарита, Маруся, нет. Ну ладно, давай. Короче, тебе 20 секунд на раздумье, как ты ее назовешь? Елизавета. Боже, а еще сложнее имени ты не смогла придумать? Елизавета. То есть Лиза, Лизок. Нет, Елизавета. Лизун. Нет, Елизавета. То есть ты хочешь, прям... чтобы я к ней обращался? Елизавета Константиновна, не хотите ли вы случайно перекусить ягодами, да? То есть вот так. Она не Константиновна, она Екатериновна. Елизавета Екатериновна. Господи. Елизавета Екатериновна, пожалуйста. Она выросла! А почему дети так быстро растут? Она же только что вот была малявкой. Ты жирная лиса. Все, теперь она точно Елизавета. Вот сейчас она точно Елизавета и Екатериновна Эдуардовна четвертая. Так, подожди, где лодка? Лодка. У меня где-то была. Вот у меня лодка. Так, а сейчас, Кать, как бы услуга за услугу. Садись. Какая услуга за услугу? Садись. Куда? В лодку. А. Поплыли. Обручальное кольцо. А непростое украшение. Двух сердец одно сплетение. Обручальное кольцо. Шоколадное кольцо. А вот давай шоколадного кольца не надо. Ой, господи, короче, как мы все уже знаем, всегда все идет вообще не по нашему плану. Вот, ну, я в шутку сказал, я ее на поводке держу, чтобы она сейчас в ад не убежала. Через секунду она убежала в ад. Ну, хоть сказать, что это вообще не прикол? Ты специально поставил подарок возле ада, чтобы она выбежала и убежала в ад. Ты все это подстроил. Если бы это не так было бы, ты бы поставил коробку дома где-то или на улице возле, там, я хотел, чтобы все было эффектно. Я не хотел, чтобы она убежала в ад. Эффектно получилось. Получилось она убежала эффектно. В ад. Ну, получилось, реально получилось эффектно. Ну вот, она убежала в ад, и потом мы ее вернули домой. Ну, все нормально. Вот. Да, у нас по-другому не бывает, в принципе. Куда мы плывем? Ладно, я тебе скажу честно, что я хотел. Я тебя решил немножко задобрить своим подарком, чтобы ты разрешила сделать мне себе же подарок. Что? Мне себе же? Что? Я решил тебе сделать подарок, чтобы ты разрешила мне себе сделать подарок и притащить домой вот этого маленького мишку. Какого мишку? Я ничего не вижу перед собой. Вот этого. Какого? О, это... Маленького! Ну, он вырос! Он уже тут неделю в этом океане. Я-то его вытолкнул с этого его ледника. Он здесь до сих пор плавает. Но теперь ты ему просто обязан. Теперь я обязан его притащить домой. Кать, у меня к тебе еще одна просьба. Вылези, пожалуйста, чертовой бабушке из этой лодки. Спасибо. А куда я денусь? Вылези пока что. И убей утопленника. Мишка! Мишка! Да, давай! А я смогу мишку? Опа. А ну садись обратно в лодку. Я? Ты! Мало ли, друг медведь. Что это за игры? Ужас!
смысле ужас, а как мне еще его домой приволочить? Только вот так? Ты помедленнее плыви, он не успевает. Да все успевает, зато сбросит немножко лишнего веса. Все нормально, не парься, Кай. Так это медведь, если он сбросит зимний вес свой, ему будет холодно, это же жир его. А мы ему построим ледяное что-то дома, ты... Да, так вот как раз таки, что я хотел предложить. Давай сделаем так. В следующей серии мы с тобой отправимся, он там не отстает, он перегоняет наоборот нас. Да подожди ты! В следующей серии мы с тобой отправимся в ледники. Я должен Кате показать все существующие биомы в Майнкрафте. Я тебе покажу ледяные шипы. Ты знаешь про такое? Нет. Ну вот, я ей покажу ледяные шипы. Мы добудем немножко снега и дома забабахаем снеговика, чтобы у нас появилось новогоднее настроение. Плюс к этому всему мы добудем немножко зимних блоков, лед, снег, чтобы построить... Слушай, а давай мы ему просто построим иглу. Огромную иглу возле нашего дома. Ну да, да, в принципе нормально. Вот. Чтобы было ему как у себя дома. Вот, и как вы понимаете, в конце сезона, когда он наступит, у нас будет просто огромный город, где будут жить все животные, которые только существуют в Майнкрафте. М? Прям все? Прям почти все, да. Вот здесь мы с тобой припаркуемся. Михуил! Михуил! Иди сюда. Слушай, да. может... А если к панде поселить его? Ну так вот я как раз таки думаю, может на время его поселить туда, к Пашке, Дашке, Сашке, Наташке, Машке, и вот сюда, и к Толику, а потом мы ему когда построим иглу, а? Ну, да. Если он не съест панду, то в принципе можно. Михуил, ты не съешь панду? Не съест. Надеюсь. Сзади, помоги, там два Игоря! Два Игоря! Давай! Вы вот, чё, собаки? Молодец, отбивайся. Михуил, пройдемте сюда, внутрь, пожалуйста, вот сюда. Михуил, подтолкни, вот, молодец. Так, будешь сидеть вот здесь, подождите. У нас там черепаха сдохла. В смысле сдохла? Ну вон, на пузе. Точно, мы же её перевернули вверх ногами, вверх панцирем, вниз панцирем, да. Пройдемте сюда, Екатерина, пройдем сюда. Давай. Ага. Вы, Толик, приятного вам опыта это. Держите, покушайте, Толик, покушайте. А вас, мессия, я не знаю даже чем кормить. Вы бамбук любите? Мне кажется, нет. Не, он бамбук не любит. Тогда это вам, Толик, забирайте. Слушай, ребята... Может, рыбкой покормить? Кстати, у тебя есть рыбка? Покорми. Конечно, у меня же кошка, как у меня всегда рыба есть. Покорми. Правой кнопкой или левой? Левой. Нет, левый я ударю его. Зачем тогда спрашиваешь? Давай правый. Ну-ка, смотри на меня, рыбка. Не. Это ты съела! Ты должна была Мишке дать, а не сама съесть. Еще его лакомишь. Попробуй сам. Ладно, давай. Михуил? Не. Слушай, мне реально интересно. Ребят, напишите в комментах, если кто-то знает, можно ли кормить Михуила чем-то. Потому что если он будет всю жизнь голодать, как-то не очень, мне кажется. Может, гнилой плотью покормить? Себя гнилой плотью покормить. Ну ты же с чебурака кормишь. Чебурак уже вот это привык к гнилой плоти. А вот Михуил избирательный в продуктах. Ты не занят? А, ну как тебе сказать? Ну вроде нет, больше бизнесменских планов у меня никаких нет. А чё? Подойди сюда. А ты где? Я здесь. А, вижу. Ну? Вот... Примерно, сейчас покажу, сейчас, раз, два, ну вот где-то, оп, вот здесь. Что? Здесь будет находиться, вот в этом уединенном местечке, под деревцем, мой золотой сральник. Мне кажется, после того, как ты построишь свой золотой сральник, ты ему больше времени будешь уделять, чем мне. Ну, это возможно. Посмотри, вот иди сюда, вот, зайди на блок. И смотри на меня. Как тебе? Вот ты сидишь, перед тобой водичка. Да, мне кажется, когда здесь будет построен золотой сральник, ты вот себя на нем будешь чувствовать лучше, чем король на каком-то троне. Так это и будет мой трон! Золотой сральничный трон! Я даже подвинусь, подходи сюда ко мне. И вот на этом... В первом поставленном золотом сральничном золотом блоке мы с Екатериной заканчиваем эту серию выживания.
ставь лайк, и я обязательно поделюсь с тобой местечком на этом прекрасном золотом троне. Все, пока. Дельфин себя очень плохой, вылезай оттуда. Эй, ну все, пока.